В Йошкар-Оле вскоре появится новая площадь – Гоголевская, которая станет продолжением одноименного бульвара, который пока еще существует в ранге улицы. Пока же о месте будущей площади, которую разобьют на берегу Кокшаги, свидетельствует открытый в День Республики памятник классику русской литературы. А на бульваре Чиваина в заречной части города 4 ноября открыли памятник Аркадию Крупнякову, пожалуй, самому популярному писателю Мариэл, автору исторических бестселлеров, посвященных родному краю. Улица Гоголя, которая сегодня находится в стадии глобальной реконструкции и должна в перспективе стать пешеходной зоной, получила овеществленное подтверждение своего названия и первую достопримечательность. Памятник Николаю Васильевичу Гоголю, созданный в мастерской народного художника России Андрея Ковальчука, установлен неподалеку от строящегося моста, который уже называется Гоголевским, и стал первым из двух подарков, которые получили йошкар-олинцы ко Дню Республики. Открытие памятника сопровождалось театрализованной постановкой, в которой приняли участие героя произведений классика и собрала, несмотря на погоду, немалое количество зрителей. Я всех граждан Республики МНУ поздравляю с Днем национального единства и с Днем Республики. Желаю всем крепкого здоровья и личного благополучия. Праздник требует подарки, поэтому мы сделали подарки для всех жителей Республики, увековечили великого русского драматурга Николая Васильевича Гоголя, увековечили великого мариинского писателя Аркадия Крупнякова. Все мы зачитывались его великолепными произведениями, чтим его творчество. Он прославил нашу республику. И мы считаем, что в такой день таким достойным людям можно поставить памятник. С бульвара Гоголя на бульвар Чиваина. Йошкар-олинцы, собравшиеся на открытие памятника, совершили эту прогулку пешком по вновь построенному участку набережной Малой Кокшаги, мимо скульптурной композиции, посвященной Пушкину и Онегину. На бульваре Чиваина у театрального моста ждал открытие еще один памятник – классику марийской литературы Аркадию Крупнякову. И здесь театрализованное представление, на этот раз изображающее присоединение Марийского края к русскому государству. А в дар от моего народа! Прими эту корзину. А что там? Открой, увидишь. Скульптура изображает Крупнякова не сидящим за письменным столом, как этого можно было ожидать. Писатель находится в движении. Это невольная интерпретация, а результат глубокого знакомства авторов изваяния с биографией классика. Он странник, который судьба его носила вот страсть к исследованиям, страсть к историческим исследованиям. Его все время кидало в разные места. Если надо было узнать какие-то... Ну вот 16 век, например, жизнь Казанского ханства, он уезжал в Татарию, работал журналистом там, изучал быт, нравы, язык. Если надо было эпоху там Крымского ханства, а он же очень глобальная у него картина в его романах была, и он уезжал туда. В работе над памятником авторы опирались на богатый архивный материал, общались с родственниками и друзьями Аркадия Крупнякова. Отсюда практически стопроцентная достоверность скульптуры. Огромную помощь в создании этого памятника, конечно, Геннадия Николаевича Айплата. Это вот первым делом мы обратились в архивы, в видеоархивы, но материал там оказался очень скудный. И просто подсказали нам в библиотеке в национальной, что... Весь материал, фотоматериал, и у его друга, историка Геннадия Николаевича Айплатова. И когда мы с ним встретились, он нам предоставил огромнейший материал, который мы выбрали, и он помогал в создании. На постаменте памятника Крупнякову – барельефы, изображающие героев его произведений и моменты истории нашей республики. Стоит отметить, что это один из самых высоких памятников Йошкар-Оле. Его общая высота составляет более 5,5 метров.